Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Синоптики спрогнозировали погоду на крещение в столице. Как сообщает РИА Новости со ссылки на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в ночь с 18 на 19 января температура воздуха составит 0-5 градусов. Осадков не ожидается. В других регионах России температура воздуха будет ниже. Однако в этом году крещенских морозов в районе минус 20 градусов синоптики не прогнозируют. На этом пока все, а больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!